Ребята, привет! У меня очень появилось сегодня время снять для вас видео уже ночь. Давайте начнем. В общем, сегодня у нас новый босс Херобрин. У нас сегодня новый канал Funny Games TV. Самый крутой босс во Friday Night Funkin, говорится. Давайте смотреть. Вау! Что у нас тут так? Карт и хардкор! Что? Два режима и две песни? Вы серьезно так? Два режима и две песни? Давайте посмотрим. Потому что я что-то боюсь представить, что будет, ребят. Я просто боюсь. Так, я катсцены. Тоже. О, катсцен нету. Ни катсцен, ничего не делал. Ничего нету. Начинаем. Давайте проверим. Ничего нету. У нас не учитываются ошибки. Это хорошо. Ничего нету, ребята. Так, музыка качает. Вау, как будто бы скелет идет. Как будто скелет идет, ребят. В Майнкрафте такие звуки, когда скелет идет. Вау. Вау. Какая песня? Сложно. Ого. Ого, он меня атакует, ты посмотри. Он мне хп отбивает. Ой, что? Как это сделать? Что? 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 А как это? Ой, я бью время. Тебе надо как-то пройти минуту. Я не знаю. О май гад. Ладно. Окей, попытка номер два. Так. Разминаем пальцы, кости, коки. И давай, давай, качай. Сейчас вау. Окей. Какой у меня голос странный, ребят. Я, блин, больше нет голоса, здесь есть. Отлично. Более-менее. Так, давай, Херобринчик. Ой, трясёт. Как это сделать? Я нажимаю. Я во все стрелочки попадал. Как это сделать? Ты что, с ума сошел? Да. Или я с ума сошел? Я что-то не понимаю. Это хард. Это не хардкор даже. Что дальше-то будет? Да, что-то будет дальше. Что будет дальше? Это первая песня только. Чего дальше-то? Вообще отлично прошел. Вообще я на изи прошел. Вот человек хп отниматься. Да господи, как это пройти? Цветы и сосиски, помогите мне, пожалуйста. Как цветы и сосиски. Мамочка, я не понимаю. Это что за жесть такая? Это что за жесть? Это звуки скелета. Я нажимаю как? Как это сделать? Делаю. Я все отлично нажимаю. У меня просто... Я в шоке. У меня слов нет. У меня все, слюни только одни остались. Даже слюней нету. Слюней. Как? О май гад. Да, ты. Ну, музыка качает, то проходите этот мод нереально. Отлично. Нет, 17. Много ошибок. Но все равно нормас. Ба-ба-ба-ба. Да господи, я... Что, одну стрелку пропустил, сразу умираю. Вы что, издеваетесь, что ли? Это что? Я сумасшедший какой-то. Так, я не знаю. Да, есть бутплей, окей. Бутплей? Какой бот? Ребят, какой бот? Я просто хочу послушать следующую песню. Какой бот? Так, ладно, я вместе с ботом буду сейчас нажимать, чтобы пробовать пройти это. Я просто... Я не представляю. А что на хардкоре тогда творится? Так, давай. Я тоже не представляю.
нажимала. Окей. Ребята, я понял, это бот. Вот. Вот. Ла-ла-ла. Понятное дело, как это я должен? Ага. В принципе, несложно, но он атакует. Если бы он не атаковал меня, ребят, я бы это прошел. Нельзя. А так как бы стрелочка зомби, ребят. Я что-то зомби. Двух зомби. Смотри, прямо как из Майнкрафта. Вот это опять вот это. Зомби. Зомби. Вот, ловал. Сейчас, подожди, ужасов 27 секунд. Да, если бы он не атаковал, это изи было. Ох. Очуметь. Ну, музыка класс. Это тоже легко. Все, одни и те же стрелочки летят. Это тоже я попрошу. Все. Теперь второй раунд. Так, хорошо. Вторая песня. Да. Давайте попробуем сейчас, наверное, бота отключить. Давай бота отключаем. И отключаем. Ух, 3 минуты почти песенка. И экран сразу начинает дергаться. Дергаться начинает. Крутяк. Так, он будет. Что-то будет стрёмное. Что, ребят? Он жёсткий херобрин. А у него же меч вроде должен быть, нет? Оу! О! Это нереально. Это что? Отлично. Опять атакует. Ты посмотри. Да хватит, нет. Аккуратно. Нет, не могу, всё. Ну не убивай меня, хероблюшка. Ай, да чего издеваешься, Дори? Ну как? Как это пройти? Ну не должно же быть такого. Да. Почему? Мы начинаем с половины хп. Но, по-моему, первый раз он меня не бьет. А вот после второго, после того, как я начинаю... Фух. Вот сейчас он не бьет, видите меня? КП не отнимается. А вот сейчас пошло. Вот, он начинает отнимать. Ну, блин, сейчас он мне все хп отнимет. Так нечестно. Все честно, ты ему тоже отнимаешь хп. Там еще стрелки, то быстро, то медленно. О, ну, смотри, все отнимает. Всё. Там еще и подставные пошли стрелочки. А, спасибо, спасибо, спасибо. Ребят, видимо, этот мод нереально пройти, только боты ему реально пройти. Я просто сошел с ума, спасибо. Да. Вызовите кто-нибудь мне скорую. Скорую. Боже, как это проходить, я не понимаю. Скорую. Вызвать ему. О май гад, о май гад. Отряд этих психологов, психотерапевтов и еще кого-нибудь, не знаю. Возьми, сделают укол. Что? Чего? Каких терапевтов? Еще кого-нибудь прислать? Какая скорая, какие терапевты? Какие терапевты? Жесть. Я включил блокплея, ребят. Это что-то нереальное. Я не понимаю. Как этого херобринушку пройти? О май гад. Никак. Никак ему пройти. Никак его не пройти. Нет, любой мод, он проходим, ребят. В принципе. Да? Он проходим. Но на это нужно время. Я-то его только скачал. Мне надо выучить все вот эти стрелочки. И запомнить все его вот эти вот выкрутасы. Так он... А так, если поиграть там полдня, я думаю, что можно его выучить и пройти. Ну, значит, можно пройти без бота. Ясно. Я вас видосик показать, что вышел новый мод. Может, вы сами себе скачаете и будете уже играть. Май гад, я не понимаю, зачем... У меня есть компьютер, но я скачаю. Зачем делать такие сложные моды? Когда он у меня будет. А если, я не знаю, у меня, допустим, какие-то есть отклонения по здоровью? Я просто, у меня пальцев не хватает. Не знаю я даже, что придумать. Блин, ну нельзя делать такие сложные режимы. Должны быть, всегда должен быть выбор. Всегда.
всегда должен быть выбор. Потому что есть люди с ограниченными возможностями, которые тоже хотят поиграть, им нравится. Но у них, допустим, нету, я не знаю, чисто физически нету, может, там, даже у кого-то руки, может быть, нету, или еще что-то. Но это нет. Так не должно быть. Руки. Не должно быть. Везде есть лестница, везде есть и должны быть пандусы для людей с ограниченными возможностями. Лобка, вечеринка. Дискотека. Дискотека началась, все начало моргать. Это ужас какой-то. Дискотека. Круто. Режим хард и хардкор. Ну, хардкор я вообще не понимаю, что там может быть. Мне кажется, там вообще непроходимо. Жесть. Ну, мы сейчас посмотрим хардкор, ребят. Мне просто интересно узнать, что там. О, ты посмотри, что творится. Если бы можно было выключить его атаку, чтобы он не отнимал ХП, когда он... Это он снимает. Читает свой рэп-баттл, свой текст. Да, блин, да. Музыка классная, конечно. Жаль, что я этот... Ой, ну как это? Да. Ну, блок бьется. Давайте посмотрим. Посмотрим хардкор. Просто интересно. Давайте сейчас без подплея. Что? Что? Стрелочки только у меня посередине. Что? Как это? Вот это. Как это? Ладно. То есть у нас общий экран со стрелочками. Или как это будет сейчас выглядеть? Я не понимаю. Да, как это будет выглядеть? У него вообще нету ничего, понимаю. Он сам делает свои движения. Игра? И уже бутиком. Ребят, смотри, какая у него заставка. Кира, блин, ты куда делся? Он растворился или что произошло? Игра просто закрылась. Она просто закрылась, она вылетела на рабочий стол и все. Что? Окей. Подожди, давай во фриплей пойдем, там еще есть песенки вообще, нет? Во фриплей? Да, только две песни. Хард, хардкор, хард. Все. Окей, хардкор, да. Допустим. Мы выбирали первую, давайте вторую, допустим, выберем. Окей. Хардкор. Так, что на второй песне? Давай посмотрим. Надеюсь, игра не вылетит. Я только нажал на стрелочку и... Чё? Оу. Прикольно. Сразу стрелки, пацаны. Класс. Ребят, а смерть в виде вылета. Ничего не происходит, она просто вылетает на рабочий стол. Сразу. Закрывается окно, просто как будто, я не знаю, катапульта там у него стоит, у этого хера, да. Блин. Так, ладно, вот, допустим, фриплей, денджер, хардкор. И сейчас сразу нажимаем Enter. Смотри, что мы делаем. Сейчас посмотрим. Нажимаем Enter и включаем ботплей. Бота? Поехали смотреть просто. Смотри, сколько подставных стрелочек. Ну как? Как? И с какой скорости вы видели, это летит все. Сейчас смотри. Сначала он сейчас свой текст зачитает. Потом, когда бойфренд начнет, ты посмотри, что происходит там. Гля, вача. Во! Сколько стрелок подставных. Количество подставных стрелочек. Какие-то тройки уже. Ого, даже там подставные были. Вау. Куда столько подставных стрелок? Не-не-не, Херобрин, спасибо. Пусть ты лучше так и останешься легендой. И никто тебя никогда не увидит, не узнает. И вообще, тебе нафиг. Я просто не хочу с тобой связываться, вот реально. Не хочу. Да. Не, нормальный человек не может быть с такими глазами, как ты. Поэтому отстань. Вот это да. Вот это мод, ребята. Пожалуйста, появись и пусть он исчезнет.
Все, ребятки, с вами был Максим. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Ставьте лайки, ставьте, как обычно, комментарии оставляйте свои. Да. Ух, и никогда не связывайтесь. Мне тоже. Ни в Майнкрафте, ни в Friday Night Funkin. Пока. Ну и все, ребят, дальше, я так понимаю, все как обычно. Ладно, ребята, если понравился этот видео, не забывайте лайк, подпишемся на колокольчик. Ну и тоже с вас, блин, не советую вам с ним связываться нигде. Ладно, всем пока-пока.